дорогие бельчане, еще раз хочу вас поблагодарить за ваш выбор, за ваш голос. Вы себе не можете представить, каково это чувствовать вашу поддержку в ночь подсчета голосов. Насколько это волнительно, насколько это эмоциональное сильное ощущение, чувство огромного количества людей за моей спиной. Марина Таубер и Виктория Шапа провели в Бельцах огромную работу, создав вместе с жителями программу развития муниципия Бельц. Она включает в себя проекты, ориентированные на комплексное решение важных проблем. Все они будут решены сразу же после нашей победы. Марина и Виктория, естественно, станут моими заместителями и вице-примарами муниципия Бельц. И дальше мы, как единая команда, будем работать на благо жителей, будем открыты к диалогу. С нами всегда можно будет связаться и рассказать о своих проблемах. Программа развития муниципия создавалась с социальным уклоном. В ней предусмотрено переселение людей из ветхого аварийного жилья. Эта проблема очень давно требует решения. Бельчане достойны того, чтобы жить в теплых, уютных и современных квартирах. Кроме того, мы отремонтируем дороги, детские сады, школы, приведем в порядок фасады зданий, сделаем современное уличное освещение, дворы, решим проблему с вывозом мусора. Наша команда имеет весь необходимый опыт, чтобы качественно и в короткие сроки выполнить эти проекты. Еще один важный пункт нашей программы – это строительство парка Nordland. Это будет современный технологический парк, где можно будет провести отлично время со своей семьей, причем абсолютно бесплатно. Бельцы сейчас находятся в запустении и разрухе, но после нашей победы ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. Благодаря поддержке Илона Шора и его команды у нас будут все возможности, включая инвестиционные, чтобы вместе построить город нашей мечты. Мы победим, бельчане, вместе и навсегда.